За последнюю неделю с 17 по 23 февраля 2021 года в регионе зарегистрировано 517 случаев COVID-19. Недели ранее было зафиксировано 525 фактов. Другими словами, наблюдается заметное снижение. Напомню, в Акмолинской области стартовал второй этап вакцинации против коронавирусной инфекции. В первом этапе поступило 1300 доз вакцины, привито 1298 человек. Основная масса – это медицинские работники, привито 6 учителей и 7 государственных служащих. С понедельника началась вакцинация вторым компонентом, уже привито 250 человек. Каких-либо осложнений при получении первого компонента и вот за предыдущие 2 дня по получению второго компонента осложнений, неблагоприятных реакций на прививку не было зарегистрировано. Напомню, 13 февраля Акмолинская область перешла в желтую зону. В случае сохранения стабильной эпидемиологической ситуации с 27 февраля ограничительные меры будут смягчены. Сейчас режим работы будет с 7 до 24 часов по объектам общественного питания. Фудкорты будут работать на вынос и на доставку еды. Продовольственные и непродовольственные рынки внутри и вне зданий разрешено работать с существующим режимом работы. Субботние дни будут работать, но в воскресенье будут приостанавливаться. Объекты торговли, супермаркеты, гипермаркеты будут согласно своего режима работы, но с ограничением до 30% заполняемость и соблюдением социальной дистанции, масочных режимов, карантинных мер. Кроме этого, сохраняется запрет на организацию и проведение массовых, а также семейных, памятных и иных мероприятий, в том числе на дому с массовым скоплением людей. В постановление внесены изменения. Запрещается посещение объектов, режим работы которых ограничен. К административной ответственности будут привлекаться не только организаторы и владельцы, но и посетители. Настоящее постановление вступает в силу с 27 февраля 2021 года и действует до его официальной отмены. Камшат Такишева, Азамат Бикмагомбетов, Шокан Таукиев, Кукшак Парад.